Здравствуйте, меня зовут Полина, я поставила прививку от ковида 21 января. Здравствуйте, меня зовут Надежда, я 20 января сделала прививку от ковида, первую прививку. Я Елена, и я сделала прививку от ковида 21 января. Прививку ставить никто не заставлял, это по желанию. Было очень страшно, потому что вакцина новая, вирус новый. Среди знакомых моей семьи, дальних, близких знакомых, родственников, независимо от степени родства, очень много тяжелобольных было, которые до сих пор вынуждены корректировать свою жизнь послековидно. Меня никто не заставлял делать прививку. Это мое принципиальное решение. И тем более никто не грозил увольнением. С момента вакцинации прошло 7 дней, и чувствую я себя прекрасно. Но после укола столкнулась с побочными эффектами, температурой, головной болью и очень сильным ознобом. У меня начинается резкое недомогание, причем началось очень резко. Как и, в принципе, все это резко закончилось. К 9 вечера у меня была температура 39,1. Спасибо мужу, он как-то поддерживал меня. Выпила парацетамол, через какое-то время поняла, что мне легче. Пойдем делать вторую прививку. Вы знаете, нисколечки я об этом не жалею, меня это не пугает. Потому что лучше я сделаю прививку, защищу себя, буду защищать свою семью.